Здравствуйте! Пожалуйста, подпишитесь на канал и, пожалуйста, поставьте лайк на это видео. Я буду очень рад. Чтобы добавить свой Instagram профиль, нажимаем «Изменить профиль». Потом нажимаем «Добавьте в профиль ссылку на Instagram». Если у вас с Фейсбуком и Инстаграмом сопряжена, то есть привязана Инстаграм к Фейсбуку, можно продолжить с Фейсбук. Если у вас не привязана к Фейсбуку, тогда отдельно нажимаем свой логин и пароль от Инстаграма. Все, тогда у вас будет добавлен Инстаграм аккаунт. Вот она как будет выглядеть после добавления Instagram. Вот, смотрите, нажимаем. И у меня так выходит, так как у меня Instagram пока приложения нету, но я в Instagram есть, как бы. Вот сразу должна открыться приложение Instagram. Вот.